Всем привет. Хочу сегодня, так вот получается, ну я давненько хочу сварить борщ. Вот. И у меня тут мама все нарезала, потому что я сама не могу, я быстро устаю. Вот. И у меня тут все уже готово. Просто сейчас буду делать. Я один раз уже варила борщ. Не так много я варила, но знаю. Я его 100 раз видела, как его варят, готовят. Так что погнали. Так, борщ будет у меня не на воде. Борщ будет у меня просто не мясной. Поэтому простой будет. И вот сейчас лук поставила жарить. И картошка, капуста. У меня есть кислая капуста. Овощи, короче, необходимые. И... Так, тут у нас арбуз. Есть хлеб свежий, мы вчера купили. Помидорки черри. Ну вот, и лимонадик, все такое, в общем. Так, ну вот у меня уже делаю перезапку. Лук поджарился и добавил морковку, перец, морковь. Это у меня свекла тут. Томатные помидоры в Америке вот такие кусочками. И помидоры натуральные, настоящие. И кислая капуста сейчас. Будем делать постепенно там, да, и капуста. Все посолило уже, останется потом приправить, конечно. Так, вот я уже готовлю потихоньку. Солила и добавила черри. Вот они уже грушили, раздавленные как бы раз. Я их это добавляла, они уже все готовились. Сейчас вот это томатные помидорчики, пасту. Ну это не паста, это такая. Вот они еще целые, надо подавить немножечко. И уже пахнет помидорками, таким томатом. Пережаркой. Это помидоры порезанные, в Америке популярны очень. Стоят на прилавках такие вот. Они порезанные, разные кусочки бывают. Вот это такая у них тут консерва, консервация такая. Так, у меня тут два черри плохих. И вот еще помидорки можно дорезать и свекла. Еще не приправляла. Лук, чеснок, такую степу я присаливала и посахарила чуть-чуть. Прям чуть-чуть. И хочу, чтобы вот такая еще чесночная. Чуть-чуть и лук. Луковая просто. Та, которую мои любимые приправы. Потому что сегодня рулем я заправляю, борщ тоже я заправляю во всех смыслах. Вот. Перемешаю. Потом попробуем. Ну, правда, без томатной пасты. Не знаю, пока так. У меня, конечно, такой этот по уши. Все. Пробую. Вкусно. Так, мне надо капусту уже делать, а я тут. В общем, вот. Но я хочу сказать, не делайте так. Это неправильный рецепт. Просто мне хочется что-то по-другому сделать, не как маму, по-своему, так сказать. Вот. Ее протушивают вместе с морковкой. Вот так вот в сковородке. Это, по-моему, украинский рецепт. Вот. Я не советую так не делать. Это плохой рецепт. Ну, нормальный.
Есть можно это, но мы, у нас нет. Принято, что больше варился, свекла варилась, там капуста там, а не в сковородке. Многие делают в сковородке. Еще надо посуду взять. Ну все, вот у меня уже приготовилось это подливо, и я ее уже добавила сюда, в кастрюлю добавила. Вот уже больше варится, такой получается. Не знаю, что, на какую оценку, на сколько баллов получится. Сейчас я добавила вот такую вот приправу. Еще хочу вот такую добавить с чесноком. Еще добавлю с чесноком. Картошка уже готова была, и я немножко запоздала. Капусту позже положила. Ну, ладно. Сейчас попробуем. В общем, капусты много было, я оставила. И даже подлива тоже много, и она останется, что-нибудь приготовлю, может быть, омлет, ну, можно. Хочу вот убрать посуду. Что-то бегает. Больше варится, я попробовала, мама попробовала. Ну, в общем, капуста еще жесткая, я ее поздновато положила. Ее поварить надо, там картошка уже будет, конечно, сильно мягкая. Ну, ничего страшного, многие так делают, и ничего не происходит. Вот, в общем, так бульон получился кисненький. Но я, правда, хотела фасоли положить, но как-то обошлось, не стало добавлять фасоли. Вот такие дела. В общем, потом покажу, когда будет готов мой борщ. Всем привет. Мы пошли в этот русский магазин, там хлеб нужен, все такое, овощи. Вот, и решили, у нас ничего готового нету, и решили заказать пиццу. Вот, мы тут в Азигуду вела возле нашего. Вот, и мама уже заказывала, мы уже заказали эту пиццу, но ну, я так не показала, ничего, даже фотку не делала, поленилась. Забыла сказать, что с помидорками, ну ладно. В общем, тут армяне, ну, у них хорошо готовят они. И суши у них мы ели, и пиццу, в общем.
вкусная была пицца натуральная, прям тесто и все, и там грибочки, колбаска, и вот сейчас закажем и потом покажу все. Вот так я забегала, маленькая, не знаю, там сидеть можно, вот вижу сиденье, да, вот, и, ну, наверное, там мало сидений. Вот афиша стоит, вот, видимо, такси, на две машины ждут, это самое. На заказ. Нет. Мам, а ты меня не спросила, какую я хочу? Я говорила с помидорками. И помнишь, что-то острое было, ты сказала? Да, я только чикен какое-то... взяла вот эту, которую нам... Mm-hmm. Я взяла. У меня на холодильнике я там нашла. Вот эта пицца. Uh-huh. Я нашла на холодильнике тоже вот такая вот визиточка прямо на магните. Она клеится. Тоже пицца. Видно, вот этот вот Иван, который жил до нас, тоже где-то откуда-то выписывал. Вот. За адрес откуда, что там выписывал? Ну, просто я хотела ту, вроде бы нравилась. Слушай, мне не хватает этих отделов. Уже не знаю, куда пихать-то его. Я хотела вот это с помидорками, типа вот такую. Да там были помидорки. На дне просто они очень тонкие, ты не чувствовала. Это там, где была... А что, ты две не заказала? Где была... Где перчик был. Помнишь? Ну да. Дай мне очки. Что-то я ищу очки. И мы сейчас пойдем в русский сходим. Он говорит, сейчас оно остынет, если в русский сходим. Ну да, мы тут ходили. То есть, в нам этот... попозже, 35, начнет делать. Мы в этот, вот в Гудвилл ходили. И... В Гудвилл ходили. И быстро мы там 5-10 минут походили, и уже все, он это приготовил. Так что сводим в русский. Вообще очень вкусная пицца, мне понравилась. И пока она горяченькая, и прям... В русский магазин пришли, заказали пиццу. Через 10 минут начнут делать ее, и мы успеем прийти забрать ее. Сейчас виноградику возьму. Сейчас хлеб возьмем, бананы взяли, что там еще, лимонад возьмем, рук берем, зелень полезная и всегда нужен. Ну я только лук ем, я укроп не очень, да? Укропчик, ура, укропчик. Очередная поход в магазин, в этот русский магазин. Виноград берем, да? Надо было в Walmart идти. Мы тогда суши заказали. Да? Угу. Не да, вижу, что с ним. Надо было пойти в Walmart. Так хочу прям. Я его, мне кажется, я жадная прям к нему. Ну, помидорки у нас есть, мы съедим, тогда придем, возьмем, потому что я боюсь брать, пропаду. Так, дальше. Сейчас. Вафли брала старые. Не буду больше брать. Она мала, мама, отойди. Вообще розовый. Ну, возьми какой-то кисель. Благодарю. Лимонады. Лимонный. А, вот это карамелька. Ну, что-то он такой приторный. Он такой приторный, что-то как-то. Ну, возьми содовый, да. Или 6, не знаю. А вот смотри, какой ананас есть, персик есть. Ананас будет кислый, с лимонкой обязательно. А вот смотри, что это, кола, да, кола. Это кока-кола, а что это такое? Это типа фруктовые?
но со вкусом кока-колы, давай. И персиковый будешь брать? Персиковый будешь брать? Нет, все пока. Все. Так, ну что, кефир надо взять, нет? Да я его не ем почти. Я ем. И у нас еще квас стоит. Не кефир, а ржанка, что-то. Ну, бери, бери. Я смотрела блог один этой, которая Наташа была в гостях, которая готовит Оксана. Вот, и она там советы дает по поводу этих сырников, как правильно делать. А здесь особенно творог, это не домашний, это не на базаре. Хотя хороший он, прям как домашний. Что будешь ночью? Так что, если ничего, можешь просить сырников сделать. Я ничего не хочу, нет. Майонез есть, майонез есть, у нас и там у нас есть. Я вот это хотела взять, помидорки. Помидорки красные. Взять? А у нас что там, у нас сейчас помидоры свежие. Свежие. Поэтому не надо, наверное. Ну, потом. Вот это у меня кончается, вот этот президент. Ну, наверное, пока не надо. Ну, да, кто захочешь. Это вот это есть у меня. Много, но я уже не хочу. Вроде хочу, вроде. Своего хлеба нет. Да? Угу. Как-то. Ничего себе, нашего нету хлеба. Пустой прилавок. Ну, я не знаю, буду его возьму. Возьму. Надо же. Что есть? Ты можешь лаваш не есть? Ну, не очень я. Так, у нас кисель есть, да, там? Доченька, ты будешь себе эти делать, да? Большую брать. Ну да. Все, доченька. А кого? Кого брать? Кого делать? Рамку не маленькую белую, а большую для тебя. Кого делать? Ну вот эти вот ты скручиваешь. А, да. Рулет, ролл делать.